8 марта мы поздравляем мам по телефону. И нас таких миллионы. Но сеть может не выдержать нагрузки. Мобильная связь недоступна. Ты устроил? Как 8 марта встретишь, так весь год и проживешь. Поздравить их надо именно сегодня. Надо съездить, Дим. Либо сегодня, либо никогда. Ну? Поехали. Я любимый. И своих мам. Наши герои поздравят лично. А что? Про маму. Про маму. Наша мама предала нас. Не звони ей сегодня. Где у вас климат-контроль? Это за дверью. 50 мам получат крик о помощи. А здесь что? Печень. Сенцова? Говяжий. Да ладно, мам, нормально все. Да я умею водить машину. Да вижу я, как ты водишь. У меня права с 2010 года. У него тут немножко хозяйство опухло. Ну, говорят, у мальчиков такое случается. Как бы ты поступил на моем месте. С 8 марта. Сертификат на прыжок с парашютом. Праздником. Это меня поздравляет. Мой сын, спасибо тебе, Миша. С праздником вас. С праздником вас, кстати. Сегодня это место ваше. Ты диету соблюдаешь? Соблюдаю. А я вот по голосу слышу, что не соблюдаешь. Саша. Я пароварку хочу. Поздравить лично могут все. В кинотеатрах только нашей страны. Я поступил бы так же. И запомните, молодежь, мать – это святое. Потому что мы очень любим тебя. Я хотела тебе сделать сюрприз, сейчас самый подходящий момент. У нас будет ребенок, я буду мама. С праздником. От мамы не уйдешь! Доброе кино. Поздравляю всех с 8 марта. Спасибо.